Ассаламу алейкум, барчангизга, добрый вечер, мои родные, близкие, мои поклонники, мои подписчики. Ну что могу сказать? Завтра мой первый день моего сольного концерта. Иртаги брынчкун, манаякихан концертам, наврус ресторана боли ботады. Худо холаса, саат еттеда, кичкурун. Шучун, барчангизны кутаман. Я вас всех завтра жду на своем сольном концерте, который пройдет в ресторане «Навруз» в 7 часов вечера. Очень-очень-очень переживаю. У меня болит горло. Почему-то у меня это каждый год перед концертом я заболеваю. Хар ель концерта олден негедур. Мана овазым боғылып қалады, орып қалады, тамағым. Білмеймін немеге, көз тиеді ме, еке бұл хаяджан ма. Лекен, Худо қаласа, бізаны дуа қысейлі, мәні дуа қысейлі. Худо қаласа, ертеге, жанлы иджрада концертімі өткізамен. Ва, дұрысын етсам, бұй ел концертім үмумен бошқача форматты болады, үмумен бошқача болады. Демек, мой концерт в этом году будет чуть-чуть другой, другого формата, другого стиля. Я там буду выглядеть совсем по-другому. И я думаю, что какую вы увидите меня завтра, вы меня такой никогда не видели. Вот из-за этого я вас не интригую. Я просто очень хочу, чтобы вы все пришли и увидели меня. Вот, и на самом деле, я думаю, будет очень интересно. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Вот. Что касается моего здоровья, не знаю, как будет завтра, но надеюсь на то, что и ваши молитвы мне помогут. Так что попрошу вас всех за меня помолиться, попросить Всевышнего, чтобы он мне помог, поддержал меня, потому что концерт будет в живом исполнении, живой звук, Джон Лиджро. Вот. Все, в принципе. Здравствуйте, здрасте, здрасте, здрасте. Сызгелом от Бахтлима, хамшаллах на сугембана, который более рахмат. Привет из Вьетнама, здравствуйте. Узбича геопри, опа, узбичам геопром, харакет к вам. Мы с Таджикистана собираемся к вам на концерт. Приезжайте, мужским привет, пей чай с имбирем побольше, да, завтра станет лучше. Фирузик, привет, моя красавица, дорогая. Да, обязательно. Сейчас выпью. Муниса, салам из Лондона, от Гапура и Ахмеда, выздоравливай. О, сколько лет, сколько зим. Гапур, привет. Как дела? Где ты? Что ты? Я слышала, что ты женился и живешь в Дубае. Была очень рада этому. Я знаю, что у тебя детишки уже. Ахмед, я знаю, что в Лондоне. Байсагур, где братишка твой? Я очень рада тебя слышать. Как у вас там дела? Сколько лет, сколько зим? Гапур? Ну, наверное, я тебя лет 15, ну, лет 10 точно не видела, не слышала. Не знаю, где вы, что вы. Хорошо, есть Инстаграм. Я хоть примерно знаю, кто где находится, кто что делает. Вот благодаря Инстаграму, благодаря соцсетям. Салам ассалам, яхши болин илохим. Иншаллах, рахмат. Ертеге зор болады оазис хам, концерт хам, худо хохласа, иншаллах. Мы все сейчас в Москве, и я, и Ахмед, и Байсар в Москве. Как круто! Гапур, передавай огромный им всем от меня привет. Вот, я вся в работе, как видишь, я запела, пою, выступаю, у меня очень много выступлений, стала популярной в нашей стране. Ну вот, как-то вот так вот. И Адам, Адаму тоже большой привет от меня. Кто не знает, вот мистер Private, это мои близкие друзья, с которыми я училась вместе, дружила в Лондоне. Мы были все одна большая семья. Гапур, Ахмед, все эти мои друзья, они всегда за меня заступались, всегда меня оберегали от плохих мальчиков. Вот, относились ко мне как к своей родной сестренке, чему я очень благодарна Всевышнему за то, что у меня есть такие друзья.
вот. Салом, салом, салом. Сажджуда чуралиса за рахматку. Таком план переснукуса. С наступающим Новым годом. Спасибо вам тоже. Чудо красивое. Спасибо. Я чуть-чуть опухшая. Плохо себя чувствую. Вот. Из-за этого я такая вся без настроения. Вот. Аджай пинсонсас рахмат. Сурхандарёс. Салам. Рахмет. Гапур, очень рада тебя слышать. Приезжайте в Ташкент. Для нас всегда, для вас всегда открыты двери нашего дома. Максиев, Бакиев, Тегенлар. Ничего не поняла. Алматыдан салом, валикум ассалом. Ассаламу алейкум, Паджан. Хрустандан салом, валикум ассалом. С наступающим праздником, спасибо. Мерхаба. Салам Муниса Пахардам, где-то читаем глаза, с вами еще шинаха попереньк, рахмат. Передайте, пожалуйста, мне. Ясири, привет. Скриншот Булдис. Оштан салам, валикум ассалам. Олдон кошек ингички это. Обязательно дай знать, если будешь в Москве. Обязательно, Гапур, дам вам знать. Обязательно, спасибо. Как классно, что я этот... С тобой сейчас поговорила, конечно, прям вспомнила всю свою молодость, свое детство. Классно было. Классные были друзья у меня в Лондоне. Классно мы были компания. Без задних мыслей. Все друг друга любили, уважали, ценили. Это так важно на сегодняшний день. Потому что очень редко встретишь хороших людей. Очень многие предают. Сдают. Добрый вечер, добрый вечер. Гуляр Сазье Рахмат. On Duke Street. Не говори. Ай, Гапур, точно. Из Бахары привет, привет, привет. Он ингитский Охшеркян Саз Рахмат. Рахмет, рахмет. Добрый вечер, Муниса, хорошо выглядите, спасибо. Как дела? Спасибо, хорошо. У меня завтра сольный концерт, вот переживаю очень сильно. Голос сел, может быть, из-за того, что перенервничала сегодня, не знаю. Добрый вечер, Хабиб Нурмагомедов. Привет, привет. Да, у нас вечер. У нас 9:25 вечера. Привет, тебе идет. Доктор Джахангир. Джох, привет. Как дела? Ассаламу алейкум, конечно, самой спокойной. Джох, а ты знаешь, что в день рождения твоей жены я попала в больницу? Наверное, тебе сказали, да, администратор мой, не знаю. Сказал, нет. Прошу прощения, что не смогла прийти и разделить с вами такой день. Надеюсь на то, что в следующий раз обязательно буду. На вас пижама, кажется, спать собираетесь уже, да? Рустик Исраилов, привет. Привет. Классно выступил на концерте. Ира Дапа, салам алейкум. Спасибо, Джана. Еле-еле выступила, если честно. С таким состоянием. Мунисом Атлима Иртаге, Яшот Лали Рахмат, иншаллах. Мунис, ты всегда супер, спасибо. Бухарадан, салам, чапам, валикум салам, часур. Привет, дорогая наша, мы будем с тобой, концерт Зур Отада. Сиварчик, привет, дорогая. А в какой ты день будешь, завтра или послезавтра? Намекеафет из йо, опа. Йо, что-то это там йок. Мазам йок. Добрый вечер, с наступающим вас на завтрашних концертах. Удачи вам. Цитаты про жизнь. Спасибо. Шелджахон Рахмат. Хамас Яша, ассалам алейкум. Удачи вам завтра. Спасибо. Шеларис Данджан Лиджра. Эльтуманс Йок. Бугон Джан Лиджра Йок. Когда уже ко мне придешь, Рустик Исраилов? Приду как-нибудь. Ты хочешь мне постричь, Рустик? Муниса, Ахмед сказал, тебя позовет на свою свадьбу. Будешь в Лондоне, тоже дай знать. Обязательно. Я с большим удовольствием приеду на свадьбу Ахмеда. С большим удовольствием. Удачи на концерте. Спасибо, Эрадабо.
Мы завтра будем. Все, Сиварчик, жду. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, в общем, я зашла в прямой эфир для того, чтобы сказать о том, что я вас всех завтра жду на своем концерте. Безумно буду рада видеть каждого из вас. Ждем хурсам болем, асрану курсам. Шучу, барчангизны ертеге саат 19.00 да, Навруз ресторана да кутуп калама. Са болила, бахли болила, омад. Спасибо огромное всем. Всем спокойной ночи, хорошего вечера, приятных снов. Ну что, увидимся. Всем пока.